Такого в Сарове еще не было. Буквально через несколько минут на сцену Саровского драматического театра выйдут музыканты джазового коллектива с мировым именем. Оркестр Глена Миллера был основан в 1937 году. Прошло более 80 лет, но выступления коллектива до сих пор собирают полные залы во всех уголках планеты. Программу концертов в России назвали в честь песни, написанной основателем коллектива Гленом Миллером в 1942 году 20-го столетия. Репетиции, выступления в прямом эфире, вечерние концерты и гастроли. С первых лет своего существования оркестр Глена Миллера завоевал популярность среди любителей джазовой музыки. При этом музыканты записали и выпустили более 200 новых композиций, многие из которых стали классикой джаза. Программа, которую мы сегодня представим слушателям, называется «Jukebox Saturday Night». Мы сыграем все известные композиции, исполненные в свое время Гленом Миллером. Мы также исполним несколько произведений, написанных очень известными композиторами. Это Джордж Гершвин, Кол Портер, Ирвинг Берлин, создавших прекрасные музыкальные произведения, также исполненные Гленом Миллером. Кроме этого, прозвучат известные хиты Фрэнка Синатры и Элли Фицджеральд. В 80-х годах наставником европейского оркестра стал пианист Вилл Салден. Ему удалось воссоздать оригинальные композиции маэстро Глена Миллера. Сегодня коллектив успешно гастролирует по странам Европы и исполняет произведения Армстронга, Миллера, Пресли и других гениев джазовой музыки. За столько лет своего существования оркестр Глена Миллера не утратил популярности и по сей день считается самым востребованным джазовым коллективом. Благодаря разнообразию жанров во время концерта зритель услышал как веселые и зажигательные мелодии, так и оригинальные лирические композиции. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.